щит дошел до своей финальной стадии. Начало положено, в принципе, все практически готово. Но в качестве тренировочного я вам покажу, значит, что вот такой мы щит создали. Что получилось спереди? Вот такой вот рисунок. Значит, медведь, кельтика. В принципе, все нормально. Я думаю, в качестве тренировочного вполне сгодится. И симпатично, и плюс обозначает принадлежность щита к данному человеку. Так что, в принципе, вот такая вот вещь. Конечный результат. Вот. Его. Ну, сейчас вот, конечно, у меня бардак. Неохота. Ну, покажу, ладно. Вот. Значит, отдельно. Вот. Вот такая вот мишка. Вот с такой кельтикой. Так что, в принципе, я говорю, начало положено. Значит, что хочу сказать напоследок. Следующий щит буду создавать уже, наверное, я не буду показывать, как я это делаю, трафарет, вот, пусть высыхает, в смысле, целиком, я покажу примерно такой же результат, что получилось, и непосредственно, ну, покажу рисунок, это для другого человека будет, но это я потом сделаю, а так, всем, в принципе, спасибо за просмотр. Вот они, 4 щита стоят, значит, олень, лошадь, медведь и ворон. Вот так вот они выглядят, значит. И олень. Вот он, первый щит, с которого все начиналось. В принципе, это мой щит тренировочный. Да, с него все и начиналось, вся эта эпопея тренировочных щитов. Доски, рукоять. Да, тут на болты, ну, не столь важно. Это лично мой щит, которым я тренируюсь. Он немножечко более подвижный. Вот, значит, в скором времени, а это буквально в ближайшее время, я эти щиты уже как бы отдам в клуб. Вот, и уже те люди, которым я сделал их, ну, своим или знакомым, они будут пользоваться. Ну, вот он. Щит с мишкой. Опа. Щит с мишкой, да? Вот он, щит. Те же доски, из тех же поддонов. Вот. Тут та же рукоять, тот же шпагат. Все, вот он, второй щит. Этот щит я отдам Берсику. Значит, этот щит я отдам Отору Сашке. Вот. Это конь. Да, те же доски, та же рукоять, и рукоятка, вот, тут же шпагат. Ничего, концепция не менялась, все делалось, как и делалось изначально. Вот. И последний щит, значит, олень. Не подумайте превратно, что типа олень, это олень, как у нас привыкли все думать. Просто вот мотивы были взяты, такие наших животных именно, которые у нас в полосе, в нашей центрально-черноземной. Вот он. Щит, та же рукоять, тоже те же доски, дерево, да, вот, как мы видим, от поддонов. Вот. Гвозди остались, ну, вполне, довольно-таки очень хорошо и удобно. А заниматься для занятия спорта, я считаю, не обязательно наносить рисунок, но так как я просто обладаю немножко художественными качествами, решил сделать, чтобы все-таки покрасивее было, и обозначить позицию наших щитов тем, что они все черные и все с рисунками скельтскими. Дальше я буду делать щиты другие уже, там башенные, кавалерийские уже потом, но это будут больше дизайнерские щиты, они будут более красивыми, и в дальнейшем я покажу и обзор их, и покажу, как их я тоже делал, вот. Ну, не все, но покажу просто, как это. В принципе, тренировочная на этом часть, по большому счету, не заканчивается. Вопреки того, что я еще, наверное, все-таки сделаю со временем два щита.
У меня просто остался последний умбон. Но это умбон у меня будет на именно на мой второй боевой щит. Обзор я его делаю сейчас. Ну, как бы, буду снимать, доделаю, выложу. А именно тренировочных умбонов у меня больше нет. Обещался один человек принести, отдать. Ну, посмотрим. Принесет, я сделаю еще один щит и нанесу такой же рисунок. Так что всем, в принципе, спасибо, всем пока. Занимайтесь, делайте, ребята, и тренируйтесь. Все в ваших руках. Все, всем пока.